создают вокруг себя новогоднюю сказку. Кишиневцы украшают дома и подъезды к праздникам. Для жильцов одного из домов по улице Иона Луки Караджали на Буйканах это уже традиция. На первом этаже у них красуется нарядная елка. Делаем все возможное, чтобы все радовались и чувствовали дух Рождества. У нас в доме 40 семей, и здорово, что праздник приносит всем хорошее настроение и позитивную энергию. От еще одной традиции соседей – концерта для малышей – в этот раз пришлось отказаться, но без подарков никто не останется. Когда возвращаемся с работы, оставляем все проблемы и заботы за дверью, входим в эту теплую атмосферу, заряжаемся энергией от елки и с улыбками заходим в свои квартиры. Сейчас на фоне пандемии это особенно приятно, очень красиво. Жильцы еще одного дома на Буйканах радуются украшенной елке во дворе дома. Гирлянды есть и на всех входах. Когда дом только сдали в эксплуатацию, во дворе уже была елка. За 10 лет она так выросла. Мы недавно ее измерили 9 метров 60 сантиметров. Мы наряжаем ее в первую очередь для детей, потому что они так ждут Деда Мороза.